19.53, 13 травня, 2023 РИК, пятница. Наши любимые кусты, клумба, Центральный парк культуры и вид починка имени Леонтовича. Мы собираемся на хоккей. Приветствую и представляю. Гаришка с вами. Будласка, поехали. Мы на ровере. Также проведем экскурсию, прокатимся, пообщаемся. Чудесный маршрут, как всегда. Впереди хоккей нас ждет, онлайн-трансляция. В общем, как завжди, будет цікаво и интересно. По-справжнему. Поехали, дорогие. Мне нравится в парке комментировать в таком формате, так как тихо, спокойно, без шума машин и тракторов. Так, без пыли. Приятно и чудесно. Оценим парк на сегодняшний день, как он выглядит, кто гуляет. И я думаю, нам будет интересно. Маршрут я трохи изменил. Маршруты меняю всегда. Ну, где-то дороги переплетаются. Сегодня выходной день. Пасмурно после обеда. С утра было легкое солнышко, облачно. Ну, а сейчас просто шикардос. Я, конечно, напялился. Ну, во-первых, на хоккей, ледовый клуб. Это раз. Во-вторых, обратно на лесопеде также прохладно будет. Вечера прохладные. Посмотрим на экстремальные виды спорта. Тут кружок сделаем. Мне тоже интересно, но я уже здесь рисковать не буду. С пируэтами, сальтонами, фуршетами. Так интересно посмотреть. Да, тут команда есть. Я так понимаю, будут усовершенствовать здесь этот экстрим городок. Но тут надо самокаты. Возможно, ну, на роликах бы я бы, может быть, еще и рисканул. Но не сегодня. Тут надо защиту уже. Самокатчики атакуют дороги, велосипедистов пока не атакуют. Так, ну и здесь грандиозная стройка. О, кто там? А, Ришка поехала, да? Так, ну, узнаем. Там Радуга у нас, концертный зал. Мы вот так изучили, где что, где находится. Винница в миниатюре. До хоккея еще почти час. Так что подготовка идет. И таймлапс попробую сделать. Будет интересно. Впервые. Это ускоренная съемка будет. Но планетарий узнаем. Пока не видно, чтобы сеансы проходили. Куда уехал цирк? Цирк уже где-то уехал. На гастроли в другие города. Планетарий. Шикарный воздух. Тихий, спокойный. Поют птички. Стадион утопает в зелени. Тоже классно. Приехать. Тут кружок мы сделаем и поедем в другой дорогу. Посмотрим, кто занимается сегодня легкой атлетикой, где наш сдюшор легкая атлетика. Тренировки, наши друзья, тренера. Так, не увидел я ответов насчет монументов. Не вызывает интерес. Значит, поедем другой дорогой. А ответы узнаем потом попозже. Так, 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 так. Опа. Тут неудобно ехать. Вот. А вот сюда вниз мы здесь еще не были. Так называемая аллея, дорога любви, вежливо, да, по-другому называли также. Ну, асфальтировано. Так, кому же монумент первый все-таки вот здесь вот? Кто ответит? Тому приз, Гаришка. Концертный зал в задней части.
зуб не могу, одной рукой за рулем. Вот тут живописно. Так, зелень. Утопаем в зелень. И птицы просто поют. Аллея любви, но влюбленных не видно. Ни девушек, никого. Лавочки. А, видно, одинокие школьницы отпочивают после учебы. И наше озеро с лебедями. Мы еще заглянем обовязково, но уже не сегодня хватит. Поступило предложение показывать фонтан каждый день. Every day. И Тати поддержала. Так что будем смотреть на фонтан. Чуть подкрутились, гору получается. Красиво здесь вид смотрится. Так, ну мы давайте выйдем на центральную аллею. Конечно же, прокатимся, посмотрим на город еще из-под арки. 13 мая, почти середина. До лета остается чуть-чуть. Красота, да? Красиво, красиво. Вид открывается. Красавица здесь, красавица там. Красавица тут. Шахматный клуб. Пока непонятно, закрыт, открыт. Постамент пустует, фонтан працюет. Вот как у нас складно получается. Тут плитка устарела уже. Тут газеты, кто помнит, каждый день были свежие. Газетный такой стенд. Газеты на любой вкус были, и спортивные. Правда, Известия, Красная Звезда, как сейчас помню. Мы сейчас кружок сделаем и обовязково подъедем к фонтану. Ну, каждый день здесь надо показать. Молодежи много, не только в парке, но и в городе. Такие игровые купола, детячая точка называется. Там шашки и шахматы, видел, знаю, на Вишенском озере такой купол ставили, сейчас убрали. Возможно, не прижился, что-то, может, не пользовался спросом. Здесь в парке, я вижу, только появился. Идея отличная, замечательная. Шашки, шахматы, это мои любимые занятия, летом особенно. Обовязково. Здесь памятник милиционеру, насколько мне помнится. Так, ну и это площадь перед летним театром. Центральный вход, шишка, вот как ты наехать на шишку. Здесь газон, помним, здесь ковзанка была штучно, один раз, один год. Один раз, один год, а потом вирус, а потом все закрылось медным тазом. И здесь мы кружок сделаем. Напялился, конечно, но хочется уже настоящего тепла, а то утром жарко, днем тепло, вечером прохладно. Поэтому сейчас мне захотелось еще кружок сделать. Вам это понравится. Я уверен. Я в этом уверен даже и не сомневаюсь. А это аллея центральная. Мы еще не ездили. Тут драконы.
затягивать сильно не буду, поэтому хочу приготовиться к трансляции. Время сейчас уже 20:06. Игра начинается через час. Ну и красавец фонтан, пожалуйста, каждый день, тут свежо, красиво, а он светомузыкальный. Тут мы сделаем паузу небольшую, посмотрим, да, правда, кто рядом, кто чем занимается, и можно зулечко поиграть, как фонтанчик с нами, смотрите как, а. Я специально и пораньше, еще светло. Ну просто прелесть, правда? С очаровательными девушками, да, это просто красота. Красивые волосы, симпатичные, просто класс. Включили свет, освещение, светомузыкальный. Кружок сделаем и в ледовый, на хоккей. Да? Поехали. Вот так сегодня выглядит фонтан, весна. Красиво. Тучки разошлись, а то было пасмурно, даже где-то я у кого-то видел. Давайте послушаем фонтан. Ой, это хорошо. Прелесть. Боже, как красиво. Тут вода подсыпает. Вот посмотрите-ка. Чудесно, правда? Хорошо, мы дальше. Ну и ели у красавицы. Это просто бомбезно. Монопод прессует. Я говорил, что вам понравится. Не только фонтан. Монопод прессует от олимпийской камеры, но это некрасиво. Вот, бросать на пол. Вот есть урны. Пусть они маленькие, но... Ну и мы все-таки проедем с этой стороны к стадиону, и там, с другой стороны, выйдем к Ледовому дворцу. Оп, стереолистики, да, как красиво, смотрите. Чувствуете воздух? Весны, тепла, зелень. Так, музыка играет, возможно, свободное катание сейчас. Кстати, пользуется спросом. Также. Пользуется спросом катание на коньках. Приходите, кто желает. В улице Хлібна 1. Парк. Вот здесь. Одна козынка зараз працює в Вінниці. Было три максимально. Это напорика Айса Веню. Закрылась примерно в 2006-2007 году. Мегамол на паузе. И Ледовый клуб. Вообще планировал обзор аттракционов сделает, но пасмурно, и думал, на дождь натянет. Ну так и не пользуется пока на сегодня день. На сегодняшний день аттракционы спросом. Так что мы обовязково еще посмотрим. Здесь интересно. И какой там автомобиль. Гараж. Не, автомобили есть, кстати, есть. Не знаю, в рабочем, не рабочем. Наступный техничный огляд 24-го році было объявлено. Подивився. Через рік. Ну правильно, кожен рік. Every day. И every year.
Так, ну мы прибыли. Вот находится Ледовый. Тут я завершу трансляцию. Благодарю за внимание. И смотрим. Это видео появится уже, возможно, завтра. Такая самочистка. И кафе работает, видите. Персонал на месте, девчата. Так что все в наличии. Вот вам, пожалуйста, Ледовый клуб. Приходите, катайтесь, занимайтесь, отдыхайте, дышите, наслаждайтесь воздухом, природой. Auf Wiedersehen, до встречи, до побачення. Хе-хей, здоровенькі були, но пасаран. Горішка, місто Вінниця, с любовью. Не, давайте все-таки, а то я всех показал, но некрасиво как-то, да? Какая у меня сегодня кепочка и как я сегодня напялился, да? Вот так. Оу! Так что и прическа меняется каждый день. Ну, я думаю, что пойдет. Все, давайте, дорогие, пока. Горишка с вами. Чао, бомбина.